из Сибири с любовью, из Сибири с морковью. Это Ольга Швец. Вчера я нашла классное видео на Ютубе, и меня больше всего порадовало то, что девочка провела исследование. Она взяла... сейчас я цвета добавлю, подождите. Она как бы... Ей стало интересно, она просто сравнить решила. Ей дело в том, что часть ароматов она брала в Эль-де-Бопе, а часть в Литуале. И она такая, ну, просто поставила флаконы рядом и говорит, ну вот посмотрите, да. Ну кто уже сейчас поверит вот этому коду 384 или 334, типа страна-изготовитель. Но вам сколько лет сейчас? Можно вообще написать все, что хотите. Марс, Луна, то есть за пределами Солнечной галактики вообще был изобретен и разлит данный аромат. Радует то, что люди начинают разбираться спустя столько лет. Вот как Ритуаль в 90-х появился у нас, и вот прошло без малого, сколько там, 2000, уже 20 лет прошло, и люди наконец-то начали пытаться вникнуть в происходящее. А где же все-таки, почему так отличаются флаконы, почему так отличаются коробки? И девочка такая говорит, мне кажется, что это вот какие-то дочерние предприятия делают. Правильно кажется. То есть саму композицию придумали там где-то, да, молодцы, придумали, клево там, она настоялась, ее там, не знаю, тестировало множество людей. А потом в виде концентрата это разъезжалось по разным странам, где и разливалось на заводах местных. Кто будет из Франции гнать вот эти вот флакончики? Во Франции, во-первых, налоги 80% на каждый флакон. Поэтому там такая цена у люкса. А здесь как бы цена такая же, только все разлито в России и только стоит название бренда. То есть где-то там есть пирамиды на обороте, где-то нету. Донышки местами кривенькие попадаются, это как в тестерах категории, которые арабы делают. Если интересно, спрашивайте, я могу вам много интересного на эту тему рассказать. Всем всего хорошего, пока!